Вот она, ребят, пришла камера, камера, наша посылочка. Да, это так камера, подводная камера, которая, блин, я не знаю, хоть для рыбалки, хоть это. Ребят, я начинаю распаковывать. Вот наш пакет озоновский. Заказал в Озоне. Вот она. Вот такая вот ерунда. Не знаю, как ребенку заказал. Это у нас сегодня распаковочка такая будет обалденная. Вот такая вот у нас лодочка. Вон там внутрях есть зарядное, вижу. Распаковываем. А, блин. Одной рукой неудобно. Сейчас, секундочку. Ну вот, ребят, я ее достал. Просто одной рукой неудобно было. Вот такая вот. Что у нас тут имеется? У нас есть инструкция. Вот такая вот инструкция идет по эксплуатации. Идет зарядная. И вот что мы видим. У нас идет сама лодочка. Тут она в коробочке. Переворачиваем. Мы видим, она у нас закрученная на винтах, укрепленная хорошо для транспортировки. И сейчас мы ее будем раскручивать. Такие вот болтички, чтобы она никуда не ушла. Вот она, ребята. Смотрите, что мы видим. Тут два пропеллера, пропеллерососа и камера. Камера. Вот такая вот. И, по-моему, светодиод стоит. Будет с подсветкой. Ребят, ну, я, короче, сейчас собираюсь. Время у нас 6 утра. Чухаем испытывать. Ну что, до встречи на озере.